Больше 6 тысяч заболевших, столько на прошлой неделе зафиксировали врачи. Диагнозы ОРВИ и грипп. Чтобы не подхватить простуду, эксперты советуют избегать контакта с заболевшими. Если обнаружил симптомы, лечиться под присмотром врача и оставаться дома. Регулярно проветривать помещения, мыть руки, в общественных местах использовать медицинскую маску. Ну и главное, вакцинация. Рост у нас произошел это первую неделю. И рост наблюдается в основном среди взрослого населения и детей 7-14 лет. Еженедельно лабораторно подтверждаются случаи гриппа. В основном вирус гриппа А, единичные случаи вирус гриппа Б. Выявленные случаи гриппа соответствуют рекомендованным вакцинным штаммам.